Подняли плечи, держим, отвели назад, опустили плечи, ходим с гордой головой, с поднятой. ЛФК плюс мотивация в духе современной медицины. В старых стенах, но с новым ремонтом детской поликлиники номер 6 теперь современно все. В конце 2023 года здесь завершили реконструкцию. Средства выделили из областного бюджета. Челябинская область, понимая это и заботясь об этом, выделила около 5 миллионов рублей, субсидировала для того, чтобы мы могли возможность провести ремонт и этого филиала. Поэтому данная поликлиника пошла на поправку. В здании филиала на Копейском шоссе обновили электрическую проводку, систему отопления и водоснабжения, заменили оборудование и мебель. Теперь здесь есть регистратура для пациентов и две гардеробных. У меня уже четверо деток, и вот со всеми мы выросли в этой поликлинике. Всегда хороший персонал, нас всегда хорошо принимает. Вот сейчас даже ремонт сделали, красиво очень стало, уютно, удобно так. И как работать работникам тоже удобно, и нам удобно, мы приходим на прием все. Посетители с детьми новому ремонту радуются, но есть и недовольство. Рассказывают, что прием ограничен по времени и длится только до 4 часов дня, в отличие от других участков. Но в будний зимний день очередей в поликлинике нет. При необходимости мы обязательно расширяем, когда идут какие-то пиковые моменты, эпидемии, какие-то подъемы заболеваемости, мы расширяем рабочее время. В настоящее время тот режим, который представлен в этом филиале, полностью комфортен, удобен как для врачей, так и для пациентов. Сейчас штат нового отделения укомплектован на 100%. Филиал включает в себя 3 педиатрических участка. К ним прикреплены около 3000 пациентов. Для них в шаговой доступности работают педиатры, терапевты и прививочный кабинет. Марина Митрофанова, Павел Востротин, 31 канал.